Доброе утро, дорогие друзья. Я сегодня дома, слава богу. Дима на работе. На улице у нас более-менее неплохая погода. Прохладно, но солнечно. Дождика нет. Вчера был дождь, сегодня уже сухо. А что я сейчас буду делать? У нас 9 утра. Казалось бы, поспи подольше, но нет. Проснулась, буду убирать на кухне, там все чашки, все это надо заложить в посудомоечную машину. Поставила уже водичку, чтобы отварить сейчас яйца на завтрак. Побольше отварю, чтобы завтра Диме тоже оставить на утро. У нас тут просто куча мошек. Посмотрите, они меня уж просто заколебали. Смотрите, что творится. Я понимаю, что там фрукты, и, скорее всего, это из-за фруктов. Но в другом месте некуда их ставить, поэтому приходится тут бороться с мошками. Так утром открываю окно на проветривание, и половина уходит. Так что сейчас буду все это убирать, потом сделаю себе завтрак. На сегодня у меня еще запланировано сделать роллы, поэтому, скорее всего, сейчас тоже поставлю рис, пусть варится себе, чтобы отварился. Потом, пока он остынет, это, в общем, долгая история. Так что это все сделаю. Может быть, закину одну стирку, посмотрим. Может быть, завтра еще не решила. Хотела еще себе сегодня сделать маникюрчик. Вот у меня ногти чистые, ничего нету, давно ничего не делала в лампе. Вот, скорее всего, маникюр сделаю. Что еще? И, наверное, пока все по планам. И оладьи хотела пожарить. Купила кефир в Миксмаркт позавчера. Хочу сделать оладушки к чаю. В общем, пока есть пару свободных дней от работы, той, как я ее называю, которая на улице, которая не дома, которая в другом месте. И пока есть свободное время, свободные дни, выходные, стараюсь все дома переделать, потому что заметила, что после работы я обычно не особо ни желание, ни состояние что-то делать. У меня еще сегодня по плану немецкий. Занимаюсь пока сама, но мне очень хочется найти онлайн-преподавателя, который проводит индивидуальные уроки. И пока, к сожалению, не нашла того, который бы мне подошел. И так вчера смотрели на разных сайтах, iTalki, вот этот сайт и так далее. Написала вроде одной женщине, она почему-то мне вчера не ответила. Не знаю, может, сегодня ответит, посмотрим. Так что вот такие дела. Потому что немецкий надо учить еще больше. Причем каждый день. Там у соседей ремонтники опять, как я их называю. Все, ребят, писали, кстати, про соковыжималку, что вы не будете ей пользоваться, что она будет стоять, что не знаю что. Мы, кстати, так и не отодрали вот эту штуку. Она так тяжело отдирается. Нет, что тяжело моется. Не знаю, почему тяжело моется. Вот, например, мы выжимали сок, например, апельсиновый, да, вот тут собирается мякоть. Это все снимается, разбирается, вот эти все детали, я даже их не мыла, я просто сполоснула, это же не жир, ничего, я сполоснула все под проточной водой сразу, под краном, можно вообще кидать в посудомойку, там написано, все помылось, буквально, не знаю, 5 минут и готово. У меня еще есть апельсиновый сок, тут чуть-чуть. Вот, я бутылочку себе выпила уже за несколько дней. И у Димы есть, он себе делал яблочный там с чем-то еще. Яблоко киви, по-моему. Вот, вот сейчас закончится, и может быть завтра, послезавтра опять сделаем. То есть понятно, что каждый день мы выжимать сок не будем и не собирались, но 1-2 раза в неделю это по-любому. Мы очень любим соки и покупаем их часто в магазинах, а в магазинах они часто не особо натуральные. А здесь ты хотя бы знаешь, что ты купил фрукты и сделал себе натуральный сок. Так что вот так. И писали еще, что фруктов не накупишься. Ребят, мы покупаем фрукты, у нас они каждый день есть. Просто каждый день какие-то фрукты есть в доме. Еще такого не было, чтобы не было фруктов сезонных. Там летом арбуз, дыня обязательно. Сейчас вот груши, яблоки, виноград. Несезонных тоже часто покупаем, потому что здесь они есть круглый год в магазинах, понятно. То есть покупай, ешь не хочу. Понятно, что они, наверное, зимой чуть дороже, но все равно вот у нас сейчас и яблоки, и груши, и киви еще есть, и там яблоки. Яблоки, хурма, авокадо будет сейчас на роллы пойдет. Поэтому не знаю, кому как, мы поняли, что и решили, что для нас она нужна, эта соковыжималка. Пока и пользуемся, пока нам нравится, там будет видно. Пока готовился завтрак, я успела практически поубирать на кухне, даже почистила холодильник, разобрала.
что там нужно, не нужно. Протерла все полочки, в общем, все сделала. И уже буду завтракать. Что мне на завтрак показываю, как обычно. Значит, отварные яйца, 2 яйца. Мне тут красная рыбка. Очень, кстати, вкусная. В Лидл вчера покупала. Не ожидала, что будет такая вкусная. Шпинат с гранатовым соусом. Помидорки. Розовые помидоры из Миксмаркта. Лучок мне что-то захотелось, так как я сегодня дома. Никуда не иду, можно и лучок. И вот такие вот лепешки себе сделала. Не захотела хлеба, хочу лепешку. Арабский брод вот этот. И здесь у меня свежевыжатый апельсиновый сок. Из нашей уже соковыжималки. Все, сейчас буду завтракать. И кто завтракает вместе со мной, просто ест. Вам приятного аппетита тоже. И увидимся попозже. Значит, себе завтракаю, никого не трогаю. Чувствую сбоку какой-то взгляд. Доброе утро. Она уже здесь. Кто там спрашивал, кишка где? Вот вам кишка, подождите. Неудобно открывать, все делать одной рукой. Вот она уже на месте. Я здесь. Да, каждый день приходит, когда я на работе. Я ей просто оставляю еду с утра. Ну да, я тебе насыплю, подвинься. Вот, оставляю ей еду, чуть-чуть наспаю, как и все. Так один раз в день, очень редко бывает, 2 раза я ее кормлю. Да, кушай, моя маленькая, кушай. И все. Я не могла сидеть дальше кушать, когда она смотрит на меня сбоку голодными глазами. Ну, пришлось выйти покормить. Теперь иду дальше завтракать. Что-то похолодало у нас так сильно. Все. Теперь она будет есть, и я успокоилась. Не будет мучить меня совесть. У нас, кстати, тут появилось немножко плесени. Вот, смотрите. Надо будет сегодня попшикать этой антишимель, чтобы побелело. Все. Идем дальше теперь. Прервали нашу трапезу. Идем дальше кушать. Ну что, начинаю приготовление вкусняшек сегодняшних. Начинаю с того, что чищу картофель. Хочу просто запечь в специях. И потом, в общем, все остальное буду готовить, уже увидите. Пока буду готовить, чтобы вам не было скучно, отвечу на некоторые вопросы в комментариях. Просто комментарии некоторые прокомментирую, извините за тавтологию. Ну что, начинаем. Первый комментарий, который зацепил мой взгляд, был такой, цитирую. «Миллионы платите за съемную квартиру, а могли бы уже за свою будущую». Смотрите, хочу объяснить нашу позицию в этом плане. Я вообще считаю, что в Германии вот сколько слышу, всегда 2 лагеря. Те, которые говорят, что лучше купить свою квартиру в кредит и выплачивать ее, или и те, кто говорят, что лучше платить за съемную квартиру и не входить в кредит, как говорят в эту кабалу банковскую. Хочу объяснить наше мнение. Мы, конечно, хотим свое собственное жилье, но скажу сразу, что если кто-то думает, что так просто здесь купить жилье, даже в кредит, я считаю, что не так просто. Во-первых, в нашем случае мы бы хотели собрать нужную сумму для первого взноса, чтобы иметь деньги на такие расходы, как нотариус, там Грюнштойер, там очень много есть таких, в любом объявлении откройте, очень много есть таких пунктов, где нужно платить эти все штуки, и это стоит обычно 10-15 евро. И, конечно же, хотелось бы еще какой-то взнос туда иметь, знаете, для получения банковского кредита. Поэтому мы всегда считаем, что нам надо хотя бы 1030 для начала. Если мы будем брать квартиру, например, или дом, не знаю, стоимостью 200-250 тысяч, то хотя бы 30 тысяч нужно иметь на руках уже собранных, накопленных. Это также очень круто влияет в банке, когда они видят, что у вас есть какой-то такой хороший первый взнос. Это влияет на процентную ставку. Это что касается квартиры, поэтому те, кто комментирует и говорит, покупайте лучше свою, не надо это. Во-первых, хочу вам сказать, что когда вы берете в кредит квартиру, она будет ваша, когда вы ее окончательно выплатите. А пока вы будете платить или съемную квартиру будете оплачивать и будете платить своему владельцу дома, владельцу квартиры, или будете платить эти деньги банку, проценты и вкладывать, соответственно, уже в свою будущую квартиру. Я, например, считаю, что она становится вашей только когда вы заканчиваете кредит. До этого она принадлежит банку. Все, этот вопрос закрываем и отвечаю на следующий. Обалдеть, сколько продуктов для 2 человек. Написали под видео, где я показывала распаковку наших продуктов, закупочек из магазина Миксмаркт.
Не знаю, что вас так удивило. Я не увидела там прям огромное количество продуктов. Купила там какое-то мясо, какую-то рыбу. Это не значит, что мы это все съедаем. Знаете, вот я купила, и мы за один день все съели. Конечно, нет. Мясо, например, куриное, я кинула в морозильную камеру, заморозила его, когда захочется, сварю суп с ним или просто запеку с каким-нибудь гарниром. Рыбу мы тоже, селедку только съели, рыба копченая будет лежать в холодильнике месяц по-любому. То есть, когда захочется пива, что-то такое, вот рыба к нему как раз будет. То есть, если я что-то покупаю, мы что-то покупаем, да, закупку какую-то делаем, это всегда даже не на одну неделю, бывает и на несколько недель нам хватает того же картофеля, еще каких-то овощей, фруктов и так далее. Поэтому не знаю, сколько вы едите, тот человек, который написал комментарий, но я не считаю, что мы много едим, достаточно того, что нам нравится, покупаем. Цитирую следующий комментарий, не знаю, мы жили в Германии давно, что-то там уже точно не помню, и в доме, и в квартире, и всегда Mietvertrag, то есть договор на аренду, подписывали и я, и мой муж вдвоем, не знаю, почему вы сказали, что в Германии так не делают. Я не знаю, как делают в Германии, как делают в разных землях, как кто вообще делает. Я рассказала про нашу ситуацию, когда мы жили в Мюнстере. Понятно, что я не подписывала никакой контракт, потому что, когда я приехала в Германию, Дима уже там жил в той квартире, конечно же, изначально он подписывал контракт, он его снимал, он его снимал квартиру. Я приехала туда к нему, сразу же мне сделали прописку, как это делается в Германии, да, в той квартире по тому адресу, и все. Когда мы съехали с той квартиры, приехали сюда, в Бекум, в эту квартиру, то же самое, муж только подписывал контракт, владелец сказал, что достаточно одного человека, так как мы семья, мы фамилия, поэтому подписывает только муж, все, никаких вопросов не было. Так же самое мы сделали прописку, и Диме, и мне, просто пошли в Ротхаус, там за полчаса нам все сделали. То же самое, когда сейчас поменялся у нас владелец и поменялся контракт, мы подписывали новый контракт, также подписывал только муж, владелец сказал, что это не имеет значения, главное, чтобы подписал там один человек, там, например, там муж или жена, неважно. Он даже не спрашивал, кстати, работаю ли я, кем я работаю, что я вообще делаю и так далее. Он спрашивал, кем работает мой муж, они с ним разговаривали на эту тему, меня вообще не спрашивали о том, кем я работаю, и ему вообще не было важно, работаю ли я. Поэтому вот такие дела. У нас так происходит, не знаю, как в других, у других людей, в других семьях, в других контрактах и так далее. Мне тоже это интересно, напишите, кто как их подписывает. Следующий комментарий. Яка ви молодець, дуже цікаво все знімаєте. Розкажіть, будь ласка, який у вас рівень німецької мови і що порадити, щоб розвивати більше розмовну мову німецьку. Что я могу сказать? Конечно же, мой уровень немецкого языка оставляет желать лучшего. Когда я приехала в Германию, приехала я первый раз в 2019 году просто в гости к Диме, да, ну, приехала на 2 недели, потом еще раз на 2 недели, и уже в 2020 году, когда я прилетела в конце года, это был, по-моему, сентябрь, прилетела на пару месяцев и застряла в Германии больше, чем на полгода, потому что сразу попала на корону, на закрытие очень так серьезно всех границ, не вылететь, не влететь в какую-то страну было невозможно, поэтому мне пришлось остаться, и мне пришлось остаться с учетом того, что мне разрешили остаться с учетом того, что закрыты границы, так как я могла находиться только 3 месяца в Германии по безвизу, но я была здесь подряд 7 месяцев. Вот, потом уже в 2021 году в апреле в итоге мы расписались, и я уже здесь осталась, там потом летала, понятно, домой, но уже здесь осталась официально, то есть без короны, без, даже когда открылись уже границы. Конечно, пока была корона, особый язык я сказать, что я учила, где-то разговаривала, нет, мы сидели дома, периодически я что-то там учила, читала и так далее. Для меня не было обязательным владение немецким языком по документам всем, да, по тому, когда мы расписывались, то есть этого не требовалось, всем было все равно, разговариваю я на немецком или нет. В ЗАГСе сказали, если вы не разговариваете на немецком, просто будет переводчик присутствовать на росписи, так как вы иностранка, и все.
Сама я пошла, сдала просто на уровень А1. У меня есть сертификат в Капито Шуле в городе Мюнстер. Меня Дима подготовил, буквально 2 недели на это понадобилось, чисто точечно там по каким-то вопросам, форштеллинг, да, представить себя и так далее, тому подобное. Какие-то слова я пошла, сдала достаточно легко, получила сертификат А1, заплатила, как сейчас помню, 70 евро за экзамен. Вот, и на этом мои курсы, скажем так, какие-то реальные офлайн закончились. Затем уже, когда мы сюда переехали, я записалась в онлайн-школу, занималась где-то, наверное, полгода и дошла до уровня конец А2. Затем я пошла сюда уже в нашу школу, которая в Бекуме находится, да, интеграционные курсы, где проводятся. Хотела записаться в прошлом году, кто помнит, я и записалась, пошла тестирование. Мне сказали, что советуют, чтобы я пошла на уровень B1 уже учиться, чтобы это все выучить, сдать экзамен, потом сдать Leben in Deutschland этот экзамен и получить сертификат. Но в итоге я уже не помню, что было, по-моему, я улетела домой, поэтому на курсы здесь я так и не пошла, и все равно занималась онлайн. Конечно же, я занимаюсь еще дома по книгам, но сразу скажу, что разговорный уровень, чтобы подтянуть, чтобы практика была, это нужно жить в Германии, это нужно здесь находиться, в этом обществе, где все разговаривают на немецком языке. Особенно сейчас, когда я вышла на работу, я почувствовала это на себе. Ты там вспоминаешь сразу все немецкие фразы и слова, которые ты знаешь, все из-под корки, все достается из подсознания, потому что пытаешься тоже разговаривать, пытаешься что-то рассказывать и так далее, потому что вынуждена это делать. У меня, например, на работе из 8 или 9 где-то моих коллег, 6 это коренные немки, и 3-4 это те, кто приехал из других стран, да, есть одна девочка из Украины, одна девочка, по-моему, из Казахстана и одна девочка из Турции. То есть все остальные немки, и, конечно, мы все разговариваем на немецком языке, nur Deutsch у нас на работе, это правило неписанное, поэтому приходится разговаривать, и слава богу, за 2 дня, что я была на работе, я уже почувствовала, что у меня подтянулся разговорный немецкий, что будет через полгода, наверное, будет вообще в разы лучше, поэтому всегда нужно стараться теорию совмещать с практикой, не просто сидеть учить теорию, а потом там через год идти на какую-то практику, на работу и так далее. По возможности нужно это совмещать, чтобы вот сразу вы что-то выучили, пошли на следующий день на практике, это, например, использовали. Это очень классно, очень эффективно, и вот так именно и подтягивается разговорный немецкий. Потому что очень часто то, что вы учите в теории, не всегда отражается в практике. На практике вообще говорят немножко по-другому, быстрее, там незаконченные слова, какие-то буквы опускаются, еще что-то. То есть это нужно тоже все впитывать, да, эти все разговоры. Поэтому я всегда советую совмещать теорию с практикой. Теория без практики не может существовать, и практика без теории тоже. Потому что просто тоже идти и на слух воспринимать слова, разговаривать это без какого-то грамматического, да, без грамматической основы, базы, это тоже не очень хорошо. Нужно все-таки говорить правильно. Хотя бы стараться говорить, да, на Hochdeutsch. Поэтому вам желаю всего хорошего в изучении немецкого. Следующий комментарий, вопрос. Милана немножко не в тему. Скажите, пожалуйста, видела в одном из видео, что вы сушите шиповник. Где вы его собирали? Здесь, в Германии, или привезли от родителей? Да, мы его собирали здесь, в Германии. Я показывала это на видео. Было это где-то, ну, почти месяц назад, наверное, я уже не помню. 3-4 недели назад, может быть. Мы как раз сезон с шиповника был. Я не знаю сейчас до сих пор еще он хороший или нет, чтобы его собирать. Но обычно его сезон это с начала сентября и где-то до вот середины октября. Это самый такой сезон, когда лучше собирать шиповник, чтобы они были плоды такие твердые достаточно, ярко-красные и так далее. У меня муж очень любит шиповник, любит его заваривать, пить. Я так туда-сюда не особо, раз в полгода разве что. Дима очень его любит, я для него это все сушила, делала больше всего. Мы собрали, я вам тогда показывала целую миску, я его высушивала сначала на подоконнике немножко, потом поняла, что это будет долгий процесс, учитывая, сколько солнца в Германии, в кавычках, много, поэтому решила высушивать его в духовке при минимальной температуре, и слава богу, что я это сделала, получилось все отлично, 2 банки, одну большую, одну маленькую я заполнила.
выполнила. Прекрасно они хранятся. Чуть-чуть нужно делать, чтобы был воздух, не совсем закрывать банку, и все. Дима уже не один раз себе заваривал, говорит, что очень вкусно, очень классно. Собирали мы его здесь, в Германии, просто поехали один день за фруктами на ближайшие фруктовые сады, типа фермы, да, и по дороге увидели кусты шиповника, прям вот трасса, и рядом возле обочины вот такие большие кусты росли с шиповником, таким крупным, ярко-красным. Это место запомнила, в следующий раз мы туда поехали и насобирали, да, там еще можно было собирать, мне кажется, еще мисок 20, просто мы уже решили, что нам так много не нужно, ну зачем, пусть будет этот на зиму, а там в следующем году уже опять соберем. Следующий вопрос, комментарий. Милана, как это у вас Кляйн-Гевербе, вы не платите налоги? Объясняю, как. У меня Кляйн-Гевербе, оно зарегистрировано с августа 2021 года официально. В Ратхаус я делала регистрацию своего Гевербе. Я не плачу налоги, потому что по закону Германии налоги владельцы Кляйн-Гевербе платят только начиная с дохода, да, с прибыли. В год сейчас уже 11 604 евро в год, насколько я помню. У меня еще нет такого дохода от моего Гевербе, от моего YouTube-канала, поэтому налоги я еще не плачу, но исправно делаю налоговую декларацию, так как у нас Familiensteuererklärung, то есть семейная налоговая декларация, у нас обсчитывается, насколько я понимаю, общий доход и так далее, поэтому по-любому мой доход туда входит, его тоже обсчитывают, просто налог платит пока только Дима со своей работы, я не плачу со своего Kleingewerbe. С этой работы, на которую я сейчас устроилась и буду работать в частичной занятости, конечно же, уже буду выплачивать налоги. Следующий комментарий. Rentenversicherung Numa нужно запрашивать в своей Rentenversicherung. Раньше это называлось Sozialversicherung. А нет, ребят, не только там можно запрашивать. Официально об этом говорю, уже говорила на других видео. Я взяла свой Rentenversicherung Numa со своей Krankenkasse. У нас это АОК. Я просто туда подошла, сказала, что он мне нужен, так как я устроилась на работу, да. И он сказал, без проблем. И по моей карточке, да, выдал мне Rentenversicherung Nummer, документ, в котором это написано. Как и говорили, это номер, состоящий из 11 цифр, и там, по-моему, одна буква, это там ваше девичье имя, первая буква вашего девичьей фамилии, вашей, не имени, прошу прощения. Вот из этого состоит Rentenversicherung Nummer, и его можно взять в Krankenkasse. Так, друзья, оладушки жарятся. А я здесь, смотрите, какую вкусняшку ем. Ну, просто обожаю есть ролл вот такой целый. Здесь себе сделала соевый соус с васаби. Немножко имбирь положила тоже. Я не знаю, как показать. Вот имбирь видно. Положила на тарелку. Все, макаю и ем. Боже, как же это вкусно. Все, на сегодня вот стирку одну вывесила еще. Еще другая стирается, слава богу, на улице солнышко, немножко на улице подсохнет. Сейчас дожариваю оладьи, и на сегодня мои дела будут закончены, такие основные, которые я планировала. Так что спасибо вам за такой душевный, теплый домашний влог. И как всегда, увидимся в новых видео. Всем до новых встреч, пока-пока!